для того, чтобы вылечить дрожащую форму болезни Паркинсона. И эти замечательные врачи, замечательные специалисты, Резида Маратовна, Динара Ильгизовна, помогли мне в этом. И я с удовольствием буду вспоминать о них, с удовольствием буду общаться с ними в дальнейшем. И прошу принять от нас с тульской земли тульский сувенир, тульский пряник, славянский старая Тула, который, качество которого такое же на высоте, как и качество их работы, которую они провели со мной. И теперь я чувствую себя полноценным человеком. Теперь у меня работает правая рука, она прекрасно все делает. Благодаря этим двум прекрасным девушкам и еще и юношам, которые принимали участие, и вообще всей команде большое спасибо за то, что вы вернули мне яркость жизни, краски жизни и хорошее настроение. Но я пела песни, очень долго чистила зубы, моя рука свободно ходила, но левая пару раз цеплялась за правую, для того, чтобы ей помочь. Я ей говорила: так, оставь покой правую, она все делает хорошо. И я начинала делать правой рукой, зубы чистила великолепно, просто нет было сомнений. Но когда я кушала, еще когда кушала, я подтягивала себя, свое тело к ложке, прижимая локоть правой руки. А Лена мне говорила о том, что у меня свободная рука двигается, нужно не локоть, не себя подтягивать к ложке, а ложку ко рту и там вилочку. И я спокойно подтягивала. То есть я держала осаночку, меня очень порадовало выпрямленные плечики, что я теперь не кособокая. Вот. Очень порадовало, что я теперь могу свободно кушать, чистить зубы, вообще все делать правой рукой. И вот даже в телефоне, я, блин, за мной следит, даже в телефоне, когда я работаю, там смс-ки набираю, еще что-то. Но где правая рука? Где правая рука? Почему левая? Быстрее правая, это тоже может. Но я их вот буду теперь чередовать.